Здравствуйте, меня зовут Татьяна Шибанова. Мне очень понравилась история по уходу за волосами. Очень хорошо все сказано. Да, мне тоже понравилась лекция Татьяны. А зовут вас? Ирина. Лекция очень понравилась насчет шампуней и кондиционеров. А что вот вы запомнили? Понятно, что понравилось. Понравилось это, знаете, все это ничего. Вот конкретно что запомнили для себя? Что конкретно? Какие шампуни? В каких обстоятельствах? И что лучше для волос? А что лучше теперь вы определили для своих волос? Да, возрастное, наверное. Антивозрастное, да? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я больше усвоила, вот у меня как бы объем очень мало содержится, тонкие волосы. И поняла, какими щетками и расческами нужно пользоваться. И какой мусс, лак использовать для этого. Ну и да, очень понравилась мне лекция Татьяны про уход за волосами. Мне очень понравилось, как меня хорошо воспринимали. Мне очень нравится наблюдать за работой парикмахера, потому что сама я не способна уложить себе феном волосы. Здравствуйте, меня зовут Яна. Мне очень как запомнилось, что волосы, когда наносишь на маску на волосы, нужно полотенце специальное. При этом еще мне понравилась укладка волос, что при корневой специальную расческу можно приобрести. Мне очень понравилась история Татьяны по уходу за волосами. Какие шампуни для каких волос подходят, как правильно использовать, что последовательность, что нужно принимать сначала шампунь, потом кондиционер. Также можно использовать бальзам, масло для волос различные. Также приходилось парикмахер-стилист, тоже очень понравилось, как правильно увеличивать объем для волос. Алена, а тебе что понравилось сегодня? Понравился рассказ Татьяны. Ну и что-то новенькое услышала для себя там. Как в старые времена, так скажем, ухаживали за собой, за история, волосами. Да? История, да. Вот этого я мало что знала. Из того, как сейчас, конечно, за волосами ухаживать можно, я-то, в принципе, все знаю. Читаю там для себя. Ухаживаю иногда за собой. Попробую обязательно 100 раз расчесать свои волосы. Попробую для себя. Может быть, чего-то как бы улучшится тут. Так, и Ольга у нас была ведущей. А Коля несколько слов. Так, мне понравилось, конечно, исторические выкладки Татьяны. Замечательно. Все давно знакомо, но понравился лектор. Как все это преподносил. Все интересно, хорошая речь. С Татьяной мы работали уже давно, готовили эту презентацию. Так что, в общем, все здорово.